Короче, всем привет, друзья. Сегодня у нас такой пишется вложек, да, в котором я бы хотел поздравить всех вас с поистине великим днем. С Днем Победы, с Днем Великой Победы. 9 мая, друзья. Почему так важно говорить об этом, несмотря на то, какой контент у тебя в основном на твоем канале, да? Дело в том, что этот день велик тем, что славяне дали прикурить всему, по сути, миру. Все говорят о немцах, но дали прикурить всем. Потому что эта победа была, по сути говоря, связана или сопровождалась многими другими событиями, многими разработками, технологическим процессом, научно-технической революцией. В это время были разработаны и введены в промышленную эксплуатацию многие военно-промышленные новинки и так далее и тому подобное. И кто бы чего ни говорил на славян, на русских, на белорусов, на украинцев, на казах, да неважно, то есть как бы на все народности бывшего Советского Союза победили мы, друзья. Это очень важно. Вообще, конечно, наша история сегодняшняя, ее пытаются немного исказить, ее пытаются изменить, ее пытаются переписать, но нам с вами похеру, так на самом деле, чтобы что там не выдумывали западные кланы, да, мы всегда будем в тренде. Вот, друзья, с Днем Победы, с 9 мая, знайте и помните свою историю. Мирного нам неба над головой, успехов, крепкого здоровья, единства, друзья, единства. Вот, и всего только самого-самого наилучшего. Еще буквально два слова хочу сказать на тему такую, что сегодня очень часто мы слышим такие понятия, как твой, свой, наш, не наш, славянин, не славянин. Многие народности из бывшего Советского Союза начали вспоминать какие-то более древние свои корни и забывают о том недавнем прошлом, в котором все мы, в общем-то, находились, все мы жили и так далее и тому подобное. Я, как человек, который, в общем-то, родом из СССР, и более того, так уж получилось, что я помню свое детство, помню многие моменты бывшего Советского Союза. Наверное, по этому поводу я также сниму, скорее всего, что отдельный видос. Вот. Но я могу просто сегодня сказать, что не нужно плодить рознь, понимаете? Не нужно выделять какие-то высшие расы, высшие нации. Не нужно вообще быть националистами, не дай бог, нацистами и все, что заканчивается на истами. Вот, друзья, нужно любить друг друга, нужно дружить друг с другом. Ведь только в этой связке, да, возможен тот самый всеобщий мировой прогресс. Поэтому, друзья, еще раз всех с праздником, всем удачи, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки этому видосу, так как я, несмотря на специфику своего канала, не поленился сегодня передать всем вам огромный привет и поздравить каждого из вас. Успехов и пока!